Всем привет! Сегодня я вам покажу одну из заброшенных церквей. Находится она в селе Татарские Челны. Это совсем недалеко от федеральной трассы М7 по пути из Ижевска куда-либо. А вот тут местный охранник. Все же мы оставим корову в покое, пусть ее мучают другие. Мы пойдем внутрь и посмотрим. Изначально в этой деревне церковь основали в 1731 году. А каменное здание, вот именно то, которое мы сейчас видим, построили в период примерно с 1815 по 1825. Ну и закрыто, как у нас все это и бывает, при советской власти примерно в 30-х годах. Как вы понимаете, после того, как закрыли церковь, она стала постепенно разрушаться, потому что за ней перестали следить. И так темно. Сейчас исправим. По всей видимости, раньше крыша была обшита металлом, который предприимчивые местные жители сдали металлолом. Так что здание стало подвергаться осадкам, вследствие чего, как мы видим, провалилась крыша. Почти во всех церквях в этом месте провалена крыша. Это ты же фоткал? Я говорю, в группе все это есть. А что ты здесь с фотиками сейчас делаешь? Сейчас видео. Очень жалко, что сейчас нельзя подняться на колокольню. Эти предприимчивые местные жители постарались там и спилили чугунную лесенку. Теперь мы заходим в основной зал. Как вы можете видеть, наверху, под куполом, еще сохранили старые фрески. Это единственное место, где они тут еще есть и, в принципе, в неплохом состоянии. Ну, видимо, не достают руки до них. Ну и на этом, собственно говоря, я хочу закончить свой обзор. Не забывайте подписываться, ставить пальцы вверх. Надеюсь, вам понравилось. До новых встреч.